повітряна тривога, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Здравствуйте! Сегодня 5 марта 2022 года, 12 часов 35 минут. У меня все мобильные телефоны, смартфон перестали работать, разрядились аккумуляторы. В ноутбуке еще небольшой заряд есть, процентов 15, но это уже практически на исходе. Я от него подзаряжаю мобильный телефон свой. И остался у меня только работающий маленький диктофон Olympus, которые сейчас я использую для записи этого сообщения. Сегодня над селом пролетал самолет, в сторону Чернигова полетел, и сейчас вот по радио передали сообщение о том, что по Черниговской области объявлена воздушная тревога, опять идет обстрел со стороны России в сторону Чернигова. Мое село находится в Городнянском районе, теперь это Черниговский район Черниговской области. 60 километров приблизительно расстояние от границы с Россией и около 50 километров до Чернигова. Я слышал сегодня несколько хлопков от взрывов со стороны Чернигова. Не знаю, в Чернигове там были вот эти вот удары или по Чернигову. Вот, но по направлению звук исходил оттуда. И вот где-то минут 5 назад перестало работать национальное радио на украинском языке, которое ведет вещание. В Чернигове нет электричества, нет поставки газа, нет воды холодной и горячей, потому что насосы не могут работать. Ну, естественно, что канализация не работает, нет тепла в домах. То есть Чернигов оказался в обесточенном положении. Но хорошо, что хоть в Чернигове есть частный сектор, дома, где у людей и печки есть, и грубки. Ну, кто додумался, сохранил и не выбросил, не заменил на газовые колонки, на газовые отопительные котлы, а оставил дополнительно, резервно еще и печи. Ну, не все такое сделали, много людей повыбрасывали для того, чтобы освободить место в жилом доме, чтобы просторнее было. А вот когда такие сложные ситуации происходит, типа войны или катаклизмов, как раз вот эти кирпичные печи, буржуйки, которые работают на дровах, или отопительные печи, или просто печи типа русской или украинской, в которых можно еду готовить, или печь типа плита, чтобы можно было еду готовить. Вот это сейчас как раз то, что нужно для выживания, потому что температура воздуха сейчас на улице плюс 2, я выходил только что во двор, давал котам покушать пшеничную кашу с рыбой. Ну, такая мелкая рыба, мойва, я ее варю, а потом пшеничную крупу добавляю, соль, растительное масло. В общем, вкусная кашка получается, сам бери и кушай. Вот, так что коты сейчас теплую кашку едят. А вот эти вот вояки, которые лагерем, российские вояки, которые лагерем стояли в селе, они большей своей частью поехали в сторону Чернигова. И сейчас тут в селе более-менее тихо, спокойно, тут ничего не бомбят, и село тоже выживает как может. Ну вот, греются возле печек, возле грубок, топят дома. У меня печка сейчас не работает отопительная, температура воздуха в доме плюс сколько сейчас градусов, на высоте 1,5 метра от пола, плюс 7,5 градусов. Ну, возле пола там градусов 5, наверное, температура. Так что я тут тоже, как и в Чернигове, значит, мерзну. Вот. Но я тут могу еще эту печку подремонтировать и запустить ее в дело. И у меня небольшой запас дров, и во дворе немалое количество дров я наносил, поскладывал, так что их можно еще использовать. По прогнозу погоды обещают похолодание. Где-то градусов 8-10 градусов мороза будет. Ну, естественно, что при таком морозе
Дом уже не сможет держать температуру положительную, так что надо в срочном порядке ремонтировать свою отопительную печку и возле нее греться. Ветер дует со стороны севера, холодный такой, морозный, пролетают небольшие крупинки снега. Ветер влажный, температура около 2 градусов Цельсия, очень холодно, ну, пронзительный такой, холодный, неприятный ветер, и из-за того, что он сырой, очень быстро происходит охлаждение. Так что вот эта вот война, затеянная Россией против Украины, она вылазит боком и Украине, и России. В Украине страдает практически все население. Бомбят Херсон, бомбят Чернигов, бомбят Харьков. В Ахтырке там военные действия идут со стороны России. В Сумах происходят боевые действия. Вот, и сегодня передавали, и вчера вечером, и сегодня передавали сообщение, что в Мелитополе и в Херсоне российские власти собрали массовку, привезли из Крыма, и типа вот эти крымчане приветствуют приход русского мира и хотят провозгласить на территории Херсона, ну, города Херсона, в Херсонской области, чтобы там Херсонскую народную республику образовать. Но вообще больные на голову люди, вы лучше образовываете Якутскую народную республику, Чеченскую народную республику, Дагестанскую народную республику, значит, и всякие другие народные республики у себя на своей территории. И там что хотите, то и делайте, как хотите, там с ума так и сходите. Не надо лезть на чужую территорию, в чужую страну и со своим уставом лезть в чужой монастырь и тут свои народные республики нам насаждать. Нам не нужно никаких народных республик, у нас есть своя свободная независимая Украина, где мы свободно говорим на русском языке, на украинском, на белорусском, ну, это северные области, Черниговской области Украины, и на болгарском языке, это в районе Одесской области, там много болгар проживает, и гагаузский язык там есть, и татарский язык в Крыму. Украина многонациональное государство, тут и армяне есть, и грузины, и другие национальности у нас живут, и в мире, и в спокойствии, и никто никому никогда и поперек слова не сказал, что якобы нельзя тут на русском языке разговаривать. Я всю свою жизнь, 56 лет разговариваю на русском языке, и никто мне никогда ни одного слова не сказал, что якобы меня кто-то притесняет и требует от меня разговаривать на каком-то другом языке. Я вільно можу розмовляти українською мовою, якщо росіяни розуміють і слухайте мене і начувайтеся. Ну, я думаю, що русским языкам український язык он чужой, они его не воспринимают, поэтому мне приходится переходить на русский язык для того, чтобы русские понимали то, о чем я говорю, потому что они кроме русского другой язык понимать не способны, ну, ввиду того, что так у них менталитет построен, они считают себя белой костью, а все остальные народы, значит, белорусов бульбашами обзывают, украинцев хохлами, финнам чухонцами там и так далее, то есть про всякий соседний народ они придумали обидные, неприятные прозвища, а себя считают белой костью. А на самом деле являются татаро-монголами по своей сути, по менталитету и наследниками московского княжества, Московии, улуса Золотой Орды. И так вот эти вот татаро-монголы под видом русских, они существуют с момента образования Москвы и менять себя пупом земли. Это есть такая вот порода женщин, которая себе корону на голову нацепляет, и она считает, что она самая красивая, что она самая привлекательная, завлекательная, самая сексуальная, и цены ей нет. Ну вот как в сказке про рыбака и рыбку, вот, которая хотела, чтобы рыбка у нее на услужении была на побегушках, и чтобы эта старуха была владычицей морской, а рыбка у нее в слугах была. Так ничего не получится у России с Украиной, Украина не станет слугой на побегушках у России, вот, скорее Россия развалится на маленькое количество, на большое количество маленьких государств, вот, и распадется, и будет захвачена, оккупирована и соседним Китаем, и Японией, и Украина, Кубань, и Краснодарский, и Ставропольский край заберет, потому что там большинство украинского населения, и часть Курской области, и часть Смоленской области,
Вот, и другие области, которые раньше принадлежали Украине, и от России останется только Московское княжество в пределах Московской области со столицей в Кремле в Москве. И вот все, чего добился карлик Пу, который пытался весь мир себе подкорить, как великий собиратель земель. В общем, придурок, шизофреник, психопат, недоумок и выживший из ума карлик с комплексом психических заболеваний и с паранойей, всего боящийся, всего трясущийся и всего опасающийся. Но это неспроста, он всего боится, потому что он понимает в душе, что он делает неправильно и делает зло и вред, и поэтому вот такой страх у него есть ко всему окружающему. Поэтому он и сидит в норе, в Москве сидел на глубине 300 метров под Кремлем, там нора у него такая глубокая, бомбоубежище, а сейчас в Уральских горах там на километровой глубине сидит и от ядра земли жопу свою греет в этом бомбоубежище, чтобы тепло ему там было. Вот. Значит, Украина героически противостоит вот этому нашествию российского тараканьего, этого нищего войска. Идут тяжелые бои под Киевом. Российские войска бомбят Ворзель, бомбят Ирпень, Гостомель. Вот эти вот населенные пункты, они находятся с запада, с северо-запада Киева, в районе Пущи Водицы, это такой большой сосновый лес, ну как бы заповедник такой под Киевом. Разбомбили село Горенку, она находится рядом с Гостомелем, ну это на границе Киева и Киевской области, маленькое такое село. Вот, рядом с Гостомелем, ну там через речку, значит, речка Ирпень там протекает, насколько я помню. Вот, и сейчас из Ирпеня производится эвакуация мирного населения автобусами, потому что российские войска разбомбили железнодорожные пути, и с вокзала железнодорожного невозможно отправлять поезда для того, чтобы вывозить мирное население из Ирпеня, где много разрушенных и школ, и больниц, и жилых домов, и частных, и многоэтажных. В общем, наносят колоссальный урон мирному населению под видом того, что вот эти как бы освободители от бандеровцев несут свободу русскоязычному населению на территории Украины, якобы освобождают, а на самом деле под этим видом делается захват территории Украины, разрушение инфраструктуры, разрушение домов, строений различных, убийство людей и причинение зла и вреда, ну, как в последней агонии. Вот как крыса, загнанная в угол, она кидается на все, что к ней приближается, и кусает, не разбирая, там, собака к ней приближается или лиса. Вот так вот сейчас карлик Пу, сидящий в своей норе, глубоко под землей, перепуганный, там, обосравшийся, там, ему не успевают памперсы менять, там, он сидит в этом помещении, которая порваняла с его говном, его мочой, потому что он там срется и сцится постоянно. И он в этой агонии командует, направляет российские войска на территорию Украины для того, чтобы Украину сломить и, значит, под свою пяту, под свой каблук загнать на очередные 300 лет, как это было раньше, когда Богдан Хмельницкий подписал с царем, с российским царством договор с Екатериной. Значит, он подписал договор о том, что, значит, входит в состав московского этого княжества, московского царства уже тогда. Ну, Украина туда входить не будет, она скорее войдет в состав Европейского Союза, и сейчас уже поданы необходимые документы, и Европарламент проголосовал о том, что Украина принимается кандидатом в члены Европейского Союза, и возможно, что в скором времени и Украина станет членом Евросоюза, и русские окажутся в полной жопе после этой войны, и будут огромные репарации еще выплачивать Украине за разрушенную экономику и за убитых людей, и будут сотнями лет еще восстанавливать свою экономику и будут жить, как вот сейчас живут в Северной Корее.
где люди вынуждены ходить в городах по газонам, щипать травку, из этой травы варить себе суп, чтобы с голоду не умереть. Вот до чего этот паскудный гребаный карлик Пу, эта крыса бункерная, шизофреник, этот психопат и параноик довел страну до полной разрухи, до краха и экономического краха, и до того, что сейчас европейские страны уже будут одна за другой отказываться от покупки российского газа. Газ будут покупать и в Европе, ну это имеется в виду Норвегия, и поставки газа будут идти из Ближнего Востока, из Кувейта, и американские танкеры будут привозить сжиженный газ. Так что потребность в российской нефти и в российском газе отпадет, а если поставок этих нефтепродуктов в Европу прекратится, то Украина, конечно, не будет получать доход от транзит этих энергоносителей через свою трубу, но мы это переживем. А Россия окажется в полной жопе, потому что ей нечего будет миру предложить, кроме как проституток своих вывозить в Европу, чтобы они там зарабатывали деньги и отсылали заработанные деньги своим родственникам, чтобы их дети и их мужья не умерли с голоду здесь в России. Проститутки будут в Европе зарабатывать там по 30 центов за клиента, ей будут платить за то, что она его будет обслуживать. Вот цена вашей российской войны, которая и вашу экономику разрушила, и приносит злой вред на территорию Украины. Убивают людей, убивают детей, убивают стариков. В Чернигове разбомбили в районе отеля «Городецкий» несколько жилых домов. Погибло 33 человека под завалами от этих домов и 18 человек ранено. Вот это вот мирные объекты, жилые дома многоэтажные. И вот такими вот ракетами российскими разбомбили эти дома. И в результате пострадали невинные люди. Сегодня отключилась передача радио из Черниговска, из Черниговского телецентра. Не знаю, туда попала ракета или там какие-то другие технические проблемы возникли. Во всяком случае, я радио слушал, но вдруг произошла остановка вещания. Ну, там на дизельном генераторе этот радиовещательный центр работал. Он и свою программу в эфир на украинском языке Черниговска радио передавала, и вещали через этот же передатчик, ну, другой канал уже, другая волна в FM-диапазоне, передавали радио, украинское радио, которое находится в Киеве, студия вещательная, и через этот радиоканал передавали информацию, куски программ с украинских телеканалов вставляли, и я таким образом, не имея телевизора, мог слушать радио и получать последнее сообщение по Украине, где что происходит. Ракеты, которые запускаются со стороны России, они летят и в сторону Сум, и в сторону Чернигова, и на Харьков. В Харькове сейчас тяжелое положение, бомбят этот город, это крупнейший, один из самых крупных городов на территории Украины. И в сторону других восточных городов Украины летят эти ракеты, и на западную Украину, в сторону Ивано-Франковска, Ровно, Луцка, тоже туда вот ракеты со стороны и Белоруссии, и со стороны России запускают для того, чтобы просто бомбить мирное население, для того, чтобы сломить дух украинского народа и заставить Украину дрогнуть перед этим татаро-монгольским захватчиком и сдаться в плен. Мы белый флаг вывешивать не будем, у нас желто-голубый флаг, желто-блакитный прапор, и мы его опускать не будем, и не будем становиться на колени, не будем сдаваться в плен этим подлым мерзким захватчикам. Слава Украине, слава героям Украины, слава защитникам Украины, и слава всем людям во всем мире, и в том числе и на территории России, которые имеют благоразумие, которые всячески содействует Украине в борьбе против этой черной фашистской чумы, которая приползла к нам на территорию Украины в 5 часов утра 24 февраля 2022 года со стороны российской
федерации с границ между Россией и Украиной, на территорию Украины вошли, и через территорию Белоруссии тоже введены были войска на территорию Украины, в Черниговскую и в Киевскую область Украины. Всего вам хорошего, здоровья, благополучия, до свидания и до следующих выпусков моих сообщений.